Найти участки под разработку новых карьеров в Мильковском районе поручил губернатор Камчатки Владимир Солодов. Глава региона в ходе рабочей поездки посетил строящийся дом по улице Советская. Для возведения бетонной коробки все материалы везли из краевой столицы – щебень, цемент и металл. При этом, если в прошлом году стоимость цемента была около 8 тысяч рублей за тонну, то сейчас цена достигает 12-14 тысяч рублей за тонну, и около 2 тысяч рублей стоит доставка одной тонны. Щебень, который также везут из краевой центра, вырос в цене. Сейчас в Мильковском районе нет действующих карьеров. Губернатор поручил администрации найти участки, которые были бы пригодны для добычи гравия и щебня. Ваше прямое полномочие по общественно полезным ископаемым, но при этом наша общая заинтересованность. Ну, потому что цена 210 тысяч за квадрат, конечно, это мы так не уедем никуда. Вот. Поэтому нужно срочно вам вместе с Министерством природных ресурсов, та часть, которая нужна будет, там, геология, еще что-то, определяться, находить места и прямо их быстрее раздавать. Чем больше, тем лучше, чтобы нам решили. Поэтому давайте не затягивать. За месяц посмотрите, какие здесь точки. Вот в эксплуатацию дома на улице Советская запланирован на октябрь 2022 года. 14 квартир предназначены для людей по программе переселения из аварийного жилья. Также квартиры получат 3 многодетные семьи, 3 учителя и 1 врач.